Так, всем привет. Final Fantasy, 18 глава. Конец игры уже близко. Сейчас будем на мотоцикле кататься. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. Попробую улыбнуться. On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout. Look. Давай, мотоциклисты на нас набрасываются, мы это видели в конце. А, еще не набросились. Да ладно, сейчас будем заново мультик смотреть, что мы. Не, ну мультик-то пропустить можно, ну ладно. Попыримся. Сейчас. Шоссе Мидгара. Шепчущие эти висперы. Хулиганствуют. Сейчас они всю башню захватят. Сейчас этот побежденный хмырь в белом будет ходить, но. What is all this? Чё за херня, говорит? Хорош. Фигнёй ты страдать. Что это говорит не так, сэр? Ну-ка, говорит, быстро поговори по телефону, а я на тебя осуждающе посмотрю. Тяжонка у них, конечно. Ну вот этот в костюме еще нормальный, только перчатки за кем-то хером напялил. А второй, как будто, я не знаю, у начинающей девушки модельера пошивался. То есть большие претензии на оригинальность и полное отсутствие функциональности и удобства. И вот он в таких шмотках и ходит, этот, который в белом хмыре. Who knows? Wedge, you don't think he got caught up in it, do you? А мы же Веджа там забыли. If he did, I hope he's okay. Мы его там бросили, теперь таки говорим. Ну надеюсь, с ним все в порядке. Who? Кто, кто? Враги, блин. This we don't need. Time to go. Такая машинка смешная. Вот Баррет может с этой машинки сзади со своего пулеметика отстреливаться нормально. Такая тачанка была бы. Так, сейчас у нас будет. Ты сам-то что не отстреливаешься там? Прыгающий мотоцикл, это, конечно, круто. Так, все, поехали, да? Как воевать там? Ой!
Так, 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 ну, а чё ты как разгоняться? А, это блок. А чё как? О. Блять. Как догонять-то? Защита, дальняя атака. А, ускорение X, блядь. Харди Дейтона у меня, типа Харли Дэвидсон почти. Вау, мозоля. О, блин, пошел ты в жопу. Ох ты, блин, попал. Ну это я виноват, да. Бля. Чё? Хоба! Понятно. Так, у меня мотоцикл не лечится, я так понимаю, да? Пошёл вперёд. Пошел ты нахер. Да как эту херню догнать его? Давай догоняем. И вертушкой давай. Бля. Стоп! На. Взорвись нахер. А-а-а, горит мамочка. Чё? Вы чё, серьёзно? Щитами мотоцикл собрались остановить? Да. Это, говорит, вам урок будет. Предупредительный. О! Вертолет улет. Ракетами херачит. Вау! Ай! Блять, взрывом зацепило все-таки. Хаба рековеры. А. Подключили меня. Нормально. Рано, говорят, праздновать. Ой, блядь, опять эта херня мелочная. Ой, ни в кого не попал. Где он? О! Хрена себе! Бомба вылезла. Блин, тут вообще дебильное, конечно, ускорение. Емить! На! Бам, давай. Попал. Kind of
You can do it! Це було... Just go away! Че он как далеко от нас оторвался? Просто жесть какая-то. Блять. На. Опять, блин, от нас оторвался. Опять в отрыв пошел скотина. Ай! Бам! Ой, еще мелочь прилетела, надо помощь называться. Ох ты! Да! Блядь, не попал. Хороший удар пропустил. Давай! Все. Скотина, а? Клауд говорит. А колдует-то пес. Так, что там опять еще? Бомбы. Get down! Опять, говорит, эти. Так, вертолет идет. Че, ты босяра еще будешь, что ли? Вертолетом? Ай! Ай! Так, он вертолет валит, да? Скотина. Ай. Ты, блин. Так, один готов, да? А, ушел. Так. А если бы он меня не лечил, у меня сейчас жизни было бы меньше четверти. Я думаю. Чё ты там, топил? Бам! Ракета пошла, да? Ой-ой-ой, ни хрена себе. Ух ты, нихера себе. О, защитили их. Ну вот, да, так и есть. Висперы, они какие-то такие. Как бы это, свои цели преследуют, поэтому нас прикрывают.
Сейчас полечит меня. Вы себя полечите, блядь. Шинра Хаулер. Эти шепчущие нас, говорят, защищают. Чтобы что-то там судьбы сберечь. О, что такое? Басяра. Ох ты, хер басяра. Так точно басяра. Ох ты, вау! Ой, ой, ой! Тормоз где? А вон. Блять. Управление дебильное. Ой, не то. О, блин, а, есть. Ой, ошеломление до 200 поднял. А, назад. Он же огнем сейчас. Точно, точно. Ой, что тут делает? Отрывается от нас. Так, бомбы кидает. Мины, то есть, какие-то, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять. У меня мотоцикл наполовину уже разбил. Ай! О! Или попал, или не попал, я не понял. Назад. Отнем сейчас. Он опять вперед унесся. Опять бомбами будет кидаться. Эй! Ух ты, нихера себе! Блять, две поймал сразу. А! Ой-ой-ой! Down already.
что-то он какой-то мощный. Ну, в смысле мощный? Да не так уж он мощный, это я просто плохо играю. Чуть-чуть бы подлечил бы меня, было вообще классно. О! Да ладно, чё меня побили, да? Блин! Охренеть. Я же его почти завалил. Ай. Помнил я про огонек. Ага. Так, теперь его надо догнать, чтобы он бомбами не бросался. Так, сейчас будем. Так, огонем сначала. А теперь бомбами, да? Ага, вот он ускорился, скотина. Сейчас, говорит, сдавайтесь. А мы что, собирались сдаваться, что ли? Так, поймали удар. А, так где? О, я про это и забыл. Про мощный луч, кто у него, блин. Назад. Еще раз. Хрена себе. Что-то он часто стал использовать его. Ай! Ай, тихо, тихо, блин. Чё-то он какой-то. Show me what you can do!
Так, вставаем. Сейчас опять бомбы. В прошлый раз 3 раза он умудрился бомбу покидать. Man. Ой, что? Чё? Последний колесо. Ай, тихо. Ай. Тихо, блядь. О, сейчас я пиздец наступил. Да. Бамс. Ладно, со второго пути хоть ушатал. Финиш его. Нихера себе. Мы сейчас фаталити собакой сделаем, что ли? Эти куски. Бау. Взорвался. Так, что там опять? Пропускной путь? Блять, там Сефирот опять стоит. И что за херня? Да нет никого. Опять тебе херня привиделась. Левостороннее движение, кстати. Все-таки типа в Японии, что ли, дел? Ну не в Англии же. Или не в Австралии. Так. Ага, сидушка есть. Так, отсидеться, отлежаться. Барреты эти покинули команду. О! Клауд, главное, наступает в команду. Купить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А чё? Так. Ничего нового не появилось. Ладно. Отсидимся. Интересно, это последний ролик будет или не последний? Будет все зависит от этого. Ой, рассвет типа понемножку начинается. Вон. Где-то, наверное, 4-5 утра. Красота. О, вон. Башня вся расхерачена. Ну что, пешком пойдем, что ли? Ну, что такое? Так. Битва что, с Сефиротом, реально? В кои-то веки. Ух ты, блядь. Тихо, говорит, успокойся. Don't чего? Давай мы впятером его завалим просто тупо и нормально будет. Ты не прав. У кого, говорит, глаза замутнены, ничего не видит, кроме тени. Причем тут игра слов Clouded, он же Cloud. Облачко типа. All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall her children. Блять. Мир сегодня не закончится, говорит, мы его спасать будем. You will. А ты, говорит, закончишься. Давай не говорите, что против нас кран будет. Нихера себе, они какие-то узорчики составляют.
сыну. Чё это такое? Дикий крик прорезал сумрак. Destiny comes. А вот и говорит судьба. Да ладно, ух ты, нифига себе, красота какая. Красивое облачко. Красиво прорисованные бутсы. Зачем-то на молнии. О, причесон другой. Это кто вообще? Клауд такой, что ли? Почему он беленький стал, то есть сейчас черненький? Так, куча солдатов. Вертолетики. Монстрики. Ой, о бой. Ну, говорит, ну что такое? А, у него шрам какой-то другой. Ну, в смысле, не другой, а шрам какой-то. Это Клауд или не Клауд? Меч клаудовский вроде. И одежда вроде его. Прическа другая. Броник другой. Embrace your dreams. Обними свои мечты. И пусть что типа случится, то случится. Защищать честь, как солдат. Ну-ка, говорит, come and get it. Ну-ка, возьмите их меня. Это что, он типа будущее мое показал, что я типа такой херней стану или что? О, нихера. Варп-разлом открыл. Так, мне кажется, битва-то сейчас точно с ним будет, или что? Или он заманит сейчас куда-то? А, заманит. Я, говорит, жду тебя. И ушел в туман. Так. А что мне делать-то? Идти только туда. Погоди, говорит, стой! This is the point of no return. Назад не вернуться. А что делать-то? Здесь болтаться, что ли? Дальше? Щик, что ты сделала? Очистила путь, что ли? Все тут в таких больших бутсах. Перекресток судеб. Нафига, говорит, ты меня остановила-то? Really sure. Я, говорит, сама не уверена. Что мы там увидим на той стороне? Да вообще по барабану, надо идти туда и все. Что увидим, то увидим. Freedom. Свободу, да? Что такое свобода, это пояснить сможете? Boundless, terrifying freedom. Like a great, never-ending sky. Великое, нескончаемое небо, без привязанностей, страшная свобода, в общем. What you heard just now were the voices of the planet. Только что, все, что ты сейчас слышал, это голос планеты. Всех тех, кто здесь родились, умерли, кто возвращался, кто воет в боли, от боли. Потому что из-за Сефирота, что ли? Их слова до него не доходят. Он тупой, до него не доходит. Все это, все, что было, все чувства, память и прочее, прочее. Все это, говорит, это как дождь про все мир. Но это ссылка на бегущего по лезвию.
Ладно, ладно, хорошо, пошли биться там. He tell you that he only cares about the planet, that he'd do everything in his power to protect and preserve it. Он говорит, что делает все ради планеты, но он говорит это за своей мощи, ой, ради своей власти все это фигачит. There's no greater threat to the planet than him. Нет ничего, говорит, хуже для планеты, чем этот Сефирот. Sephiroth has to be stopped. Надо его остановить. And that's why. И поэтому. I'm asking you. Я прошу тебя помочь мне. Вместе мы сможем это сделать. Ну, блядь, давай пойдем, пойдем уже. Уже игру играем до конца. Вот и в беду чего. Мы, говорит, изменим не только... Мы не только поменяем свою судьбу, если мы, говорит, постараемся и победим. That's why I hesitated. Ой, что там было? Ну-ну-ну, давай, прямся. You said it yourself. He has to be stopped. Надо его остановить, говорит. And frankly, I've heard enough howling for a lifetime. Пойдем, что останавливает, да? Когда ты через барьер перейдешь, странные и страшные вещи будут тебя там ждать. Перед тем, как сделаешь этот прыжок, убедись, что твоя компашка хорошо отдохнула и, в общем, грубо говоря, проверь, как она там это, готова к битве или нет. Что, последний бой, что ли? Да. О, 52 часа в игре я насчитал. Угу. Да ладно, чё? Подожди, я же сделал... О, вот эту закончил. Парирование, довел бонус. Так и не понял, как это работает, конечно. Но это все. Дайте-ка сохранимся, ребятки, на всяких пожарных. И приступим к битве, да? Блять, ну, да хер с ним, что, пошлем? Ой, в смысле, пошлем, пошли. В смысле? Блять, пошли, пошли. Хорошо, пойдем. Ready? Готов, готов. Да. Пошли с Сефиротом биться. Никогда не пыталась, говорит, судьбу победить. Она говорит, последняя линия обороны, это будет нелегко. Ну пошли, пошли. Что делать-то? Let's go. Let's go. Никакую речь не будешь толкать проникновенно. Тифа смешная. Барретт, а ты чё? Эй, Барретт. Барретт, ты чего? Wouldn't be the first time I spit in Destiny's eye. Это, говорит, первый раз, когда... А, это не первый раз, когда я в глаза, типа, судьбе плюну. Да? Чё, блядь? И чего, ты назад, что ли, пошёл? Папочка скоро, говорит, вернется, очень скоро. Это он дочке своей сказал, типа. Давай, пойдем. Хуяк, и портанулись куда-то. Сингулярность. А, выглядит типа все как будто нормально, а по факту окажется здесь. А, типа обратно поперлись. А по факту здесь другой мир совершенно кажется. Да-да, тишина. Don't know about you, but looks normal to me. Я не знаю, как вам, но, говорит, выглядит вроде нормуль.
А кажется, все нет. Over there. Ну-ка, вон туда смотрите. О, варп-разлом. Сейчас боги хаоса чемпионов сюда своих направят. Это, говорит, не нормуль. А чё такое? Лучше смерти, что ли? Да он просто разломает дорогу вместе с нами, этот Сефирот. Вот весь конец и будет. Оба, всех утащила. Брынь-брынь. Я вырубился просто, все. Так, городишко, вроде обычный, с отсутствующей одной секцией, как обычно. Без музыки так себе, кстати. Да ладно! Это что такое, Сефирот, что ли? Ебать, это кто такой? Нихера себе. Это как это я его валить-то буду такого? Так, черная дыра. А, у него рука отсутствует. А, или такая рука коротенькая просто. Бам, бам. Блина, и чё? Как с такой херней биться-то? Клаву, блядь. Ой. Ой. Так, погоди, пока просто бежим. Пау. 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 Ой, а, вот они. Что-то эти висперы то ли нормальные, то ли нет. We can beat them. Мы, говорит, можем его завалить. Вот этого-то, да? Я даже и не знаю. Ай! Попроще вытащил какие-то херы. Троих причем главных. Bring it on! Bring it on! Давай красного валим. Ой, блин. Ускорение на себя. Бля, нормально бьет. Шепот Урубрума. О. Так, ускорение давай на тифу. Давай ускорение на Барата.
Так, Тифа, давай свою неопознанную мощь. Тихо, блядь. Взрыв клинка, давай. Тифа, вторую неопознанную мощь. О, сбил. Нормально, остальная кожа. Да, блядь. Ой, тройной давай. Так, Баррет, давай-ка, Чили, Клауда, whatever. Противовес, давай попадаем. О, сработал противовес. О, тихо. Давай еще противовес. Давай противовес. Нет, противовес еще раз. А, не сработало. Какая правка еще? Так, Тифа. Давай, так, ладно. Так, они куда? Чё, почему покинули эту группу? А, они свалили тупо. Нормально. Ходим. А, все рушится, начинаю. Бежим, так бежим. Вдвоем-то быстро достали. Так, опять их хмыри. Красного бы завалить хотя бы. Так, Магель, регенерация. На Баррета. Давай противовес опять. Давай еще раз противовес. А чего он это хотел? Они опять все остановились. Давай противовес опять. Блять. Ты че он себе херню так отдал? Лечение, регенерация на Тифу. Баррет еще давай. Регенерация на Тифа. Какая? Противовес, сопротивление. Исцеление, давай на Клауза. Так, противовес давай. Ага, чё? Так, давай еще противовес. О! Он что, свалил, что ли? О, свалил. Взрыв клинка, давай, Карцел. Взрыв клинка на Карцел еще раз. Петиция. Блять, нихуя себе. Ага.
валим. А, сюда валим, да? Нихрена себе. Ой. Это чуть такое был-то. А, это он рукой схватил. Нихера себе. Так мы же завалили уже красного, бля. Это что за херня? Так, Тифа, ну-ка, давай в него. Нет, погоди, блин. Мне кажется, надо повременить с этим. Ладно. Ага. Вау, хорошо, он не вступил, блин. Ага, давай противовес опять. Так, а ты давай за предельную ярость. Противовес давай еще раз. Тифа. Лечение на себя. Давай конец бесконечности попадешь, нет? О, блядь, нарушилось. Вау! Чего? Правильно понимаю, что если я в него вдариваю, то типа в этого и попадает. Так, Тифа, давай еще раз удар сверху. Он очухался. Так, Барретт. А давай предметами или зелье. Правда. Противовес. Уа. Так, противовес давай. На. Так. Да-да-да, в него урон проходит. Так, у него рука отвалилась. И чё? Мне кажется, нет. Держитесь, блин. А ты где была? Так. Что за волшебство? Барта 600 жизней. What the hell did I just see? Чё, говорит, я только что увидел? Пёс такой, да, блин. Взгляд, говорит, в завтра. Так, это чё? Бам! Дайте-ка догадаюсь, это ещё не последний босс. Ещё Сефирота надо прикрыть, да? Как их, говорит, завалить-то? Большой вон там, говорит. А эти здесь. Тифа покинул группу. А, ни хрена себе. Давай противовес. Давай еще раз. Так, противовес нормально, кстати, работает. Медленно, по крайней мере. Так. Так, лимит.
противовес давай, набери тебя. Не на того, не в того, да. Ой. Опять он что-то херню какую-то делает. Падла. Давай ускорение на Барута. Не успел. А, вот сейчас с него нужно валить. Блять. Круцео, да? Да, Круцео. Так, Барретт. Круцео, давай. Я нес. Да-да-да. По кускам его типа так разваливать надо, да? Блять. Ай-яй-яй! Так, давай противовес еще раз. Так, еще противовес, блок. На! Да-да-да. Шел мне 160. Давай конец бесконечности. Бам! Пара предметного мегазилия на клауда. Успей, успей. Чё, нет, не успел? Успел. Пиу! В Тифу что-то вселилось. Метеорит падает. Это не может быть наше будущее. Так, у меня хмырь прилетел. Тифу защитил. Будущее всегда чистая страница. Вау! Опять трое, блядь. Что такое, блин? Нужно разделиться. Супер, говорит, мощный парень, говорит, мой. Ну, он типа этого собрался. Куда ты полетел, блядь? Бам! Bring it on, сучка. Bring it on, бич. Так. Так, магия, ускорение, давай на Эдос. Так, лимит, успел. Ускорение на себя. Блять, что такое? Так, ух ты, в одно хмыря. А сейчас лимит тебе в куклу. Тифа, я буду на мощь. Так, лимит давай. Шепот Бахамута, шепот предвестника. А кто такой шепот Бахамута? Вот это давай. Айрис, давай личинку в Клауда. О, ударил. Так. Давай, конец бесконечности. Бам! Пропшел удар. Да. Хорошо. Так, Тифа. Я буду на мощь. Что ты там делаешь? Супер удар какой-то, блядь. Реально супер удар, блядь. К
Кто кого может вызвать? Никто никого не может вызвать. Так, Айрис. А, призыв Шиву. Давай Шиву, блин! You willing to step up for us? Второй раз за игру хоть вызовем эту. Блять. Так, Тифа. Тифа, давай-ка вылечи меня, блин. Давай вылечи, блин. Есть. О, такие удары мощные. Способности призыва, удар сосулька. Нет, небесный удар надо накопить. Так, Айрис. Нет, Айрис, у тебя есть какая-то там магия, блядь, какая-то. Лечение, исцеление. Исцеление на себя давай. Ты что, схватил меня, что ли, блядь? Блядь. Дору. Ой, так я сейчас духу не так. Так, Айрис. А, Айрис тут же что-то сколдовал, блин. Так, надо жрать. Ускорение, давай на Тифу. А, так она колдовство сделала. Так, Айрис. Чё делать-то? Копи в общем. Да. Давай две штуки. Вот. И небесный удар по шепоту Бахамута давай. Чё, блядь, рапид разделился, сука. Так, Тифа, давай лечи его. На себя. Пам. А, тройной давай удар. А, попучи. О, удар. Давай. Тифа. Звездный душ. О, этот пришел. Пау. Шепот Вериди погибает. Так. Сефирот. Я уж второй лимит почти накопил. Мы сделали это. Да, все верно. Так, а что, он сдох, что ли? А, нет, он сдох. Так, Тифа, ёбни ему что-нибудь страшное. Блять, их там двое все равно. Давай желтенькому накидаем. Давай тройной. Давай еще раз. Тифа лечила на Клауда. Так, материя что-то валится. Да вылечи Тифа, ёкарный бабай. Стой. Не та. Don't give up.
блядь. Луч правосудия. Луч Маркса. О, чё завалить. Так. Конец бесконечности. Тифа. Звездную душу ему давай. На, давай. Пау. Все, завалился. Так, что-то не слишком... Не слишком-то опасный бой, босс-то оказался. Мы, говорит, его завалили? Или есть сомнения? Ой. Так, ну что мы можем сделать? Он кидает, да? Типа, так, тихо. Давай. Блять. Ну шквалом в него давай. О! Завалили все-таки, парни. О, восстановились. То есть это еще не последний босс, я так понял. Ну да. Сефиротом нужно еще встретиться. И показать Сефироту, где раки зимуют. Где? Хиоракс? А? А? Карта не включается, это херня. Оба, пауза. Работает. Пам. Где мы, где мы? Ой, у него погоны со звездочками. Да я, говорит, не шарю. I'm waiting, Cloud. Я жду. Ну вот, я же говорю, Сефирот будет. Она такая, ну. А у нее платочек такой у этой Айрис, как будто уши у эльфа висят. Хера себе. Нихера себе, демон. Какие-то шматки летают. А у него змеиные глаза. Кто ты такой вообще, блядь? Откуда у тебя такая мощная, я не помню? Ну, ты тоже, конечно, молодец. Уэстер сшибает. Так, один на один, да, битва будет? Сабля у него, конечно, нормальная. Сука, больше, чем мой рост. Ну, как говорит, закончим. Так, последний битвой, да? О, блядь, он... Бля, нихера себе самонаводящийся. Блять. Он со всякой магией херачит. Всякой разной, но. Anytime now. Gotcha. I see you right. Let's do this. О, блять. Ну-ка давай взрыв клинка. Блять. Anytime now. Enjoy. Токсин. Какой токсин? Лечиться надо. Come on.
взрыв клинка давай. Блять! Он сразу атакует, блин. Бля. Иммунитет. Бля, а как он так? О, такой. Да блин, это обратку, он меня в обратку ударил. А, я понял. Get ready. О! Ух ты, нифига себе! Ошеломление. И он отпрыгнул от меня с кетчупом. Давай, конец бесконечности. Ох ты, у него быстро проходит. Так, опять сейчас камнями кинется. О, Тифа. Тифа мне она... Да-да-да, неплохо было бы. Втроем мы сейчас его запиздим, блядь. О! Ух ты, блядь. Так. Давай-ка ускорение на Тифу. А Тифа, давай-ка лечилово, блин. Нормальное на Клауда. То лимит. Да, взрыв клинка сначала. Бля, давай лимит тогда. Let's dance, asshole. На апперкот, ошеломление. Блять. Так, Тифа, давай-ка лечилку Клауда. Тифа, давай не буду на мощь. Противовес давай. Ах, его брат получил, да? Нихуя себе. Ёбни, да и все, игра закончилась. Нет, он сейчас выпендриваться начнет, правильно понимаю? У него крылья появились. А че он не добил-то? А Айрис, потому что спасло. Да-да-да, молодец. Let's go. Ride for me. Тихо-тихо. Так, противовес давай. Бля, сработал, не подорвал, я не понял. А, давай противовес еще. Сработал. Вообще нихуя не понимаю, что происходит, блядь. Вылечи его. Противовес давай еще раз. Ба! Блять, не сработал. Я понял, что такое. Ба! Так, Айрис, что у тебя есть? Лечение? Клауда давай. Okay.
Давай еще противовес. Бля, че молния это херачит? Так, давай противовес. Да? Да. А Тифа, давай свою небезумную мощь. Ой, во. Бля. Нихера себе. Чего? Какое вливание огня? Не вылечит, блядь. Так, Тифа, давай воскрешение, которое никак не прокачал. О, а я... Айрис, давай-ка восстанавливай этого Клауда. Клауд. Take the lead, I'll take care of them. Taking over. Лимит, давай лимит, блин, дай ему. Айрис, Айрис ничего не нужно. Так, Тифа, 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 блядь. Давай призывай какого-то своего. Мы сейчас сдохнем, блин. Карбункул хоть немножечко может подлечить, кстати говоря. Ай, ай, ай! Темную материю свою сторону. Так, Тифа, блядь, Тифа, блядь, лечилова. На Клауда. Ну, лечи. Противовес давай. Ага, Тифа. Так. Кого? Тифу. Хоть подлечь сейчас нас, но... Так, давай противовес. Противовес. Да, на противовесе. Айрис, 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 лечение Клауда. Противовес давай еще раз. Чё такое? Супер удар наносит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, блин. Типа, давай ему звездный душ, блин. Enjoy. Так, Тифа, давай ему еще теперь удар сверху. А ты, Клауд, давай ускорение на себя. Айрис, лечилку. Клауда, конечно. Ух ты, блядь. Блядь. Ух ты, блин. Какой взрыв клинка? Противовес давай. Давай лимит ему. No need to...
Давай еще противовес. На противовесе. На противовес это, блин. Клаус становится в позу. Клаус становится в позу и ждет удар. Вот, сейчас он нанесет не удар, а противовес это ответка на удар. Бам, ему обратно. Чё ты, блин? Так, мана у Тифы практически закончилась, это плохо. Блять. Чё случилось-то? Смотри, говорит, как я умею. Давай еще раз противовес. Ай! Айрис, бля, че ты можешь сколдовать? Ты нихера ты сколдовать не можешь. Луч только можешь боевой. Клауд, блин. Дай конец бесконечности. Пробьет, нет. Тифа. Звездный душ давай. Бам! Прошел удар. Так, Айрис, давай свои луч правосудия Сефирота. Бам! О, завалил. Ой, говорит, я, говорит, перетрудился, сердечный приступ случился. Барретт живой, хорошо хоть. И пес что все время это делал, интересно. Мы можем, это что, вторая часть боя, да? Оба! Хоба! Что-то сколдовало. И пес такой, херак. Бам. Ай, тихо, классно. Пошел, говорит, вперед. Бам. Хера себе. Что это он задумал? Так, защитку въебал. Или что такое? Так, я его завалил или нет, я не понял. Наверное, завалил, да? Брынь. Куда-то попиздил. Так. Чё это такое? Careful now. Осторожнее. That which lies ahead does not yet exist. Чё? Чё, один на один сейчас будем биться, что ли, опять, блядь? А где у него крылья? У него крылья были. Наш мир будет частью когда-нибудь. Чего? Какой-то там конец и дела. Край это создания. Чего просил? И он типа еще и хороший оказался, что ли? Давай, говорит, судьбу будем творить вместе, блядь. Хуй тебе, блядь. Never. Так, один на один бьемся, да? Ой, блядь. Чё за блядь? Бам, 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 бам.
Ух ты, быстрый какой, а! Кряхтунья. Не сейчас, говорит. О, теперь он атаковать начал. Хуяк и... Блядь, чё такое? Пиздец тебе, говорит. 7 секунд, говорит, до конца. Типа, времени, говорит, хватит, наверное. Чё ты с ним будешь делать? Давай посмотрим. 7 секунд. Что делать-то? Что за прикол? Ну да, картинка красивая. Блядь. И опять этот хмырь, блин, в одежде вот начинающего модельера девушки. Мистер вице-президент? Ну чё, говорит, он всё время там и здесь стоял, что ли? Я думал, вот этому морду мы набьём. Оказывается, нет. Чёрненькому. Мистер Президент, а теперь, говорит, правильно, говорит, дебил, говорит, ты чё, блин, в политике не шаришь, какой, говорит, вице-президент, он президент теперь. Ты чё? Вообще-то всё, весь командный состав, кроме президента, в это, как его, в полном составе остался жив, я думал, им бошки нужно будет отрубать. Оказывается, нет, нифига. Даже начальник охраны не сменился в Шинра. Вообще херово они работают. Клауд и его компашка, блин. Начинаем, говорит, все по новой. Вы видели? Видели? Он типа в офигительно дорогой одежде, а у него в отворотах этого пиджака или там куртки, блин, люверсы за 3 рубля. Я не знаю, сколько люверсы сейчас стоят. Но со временем, ну не 3 рубля, 1,5 стоит. Даже вон Хёдзи живой остался. Как это мы так игру типа это заканчиваем, и все главные злодеи, все живые. Пиздец. Вертолет хера... А, о, это в видениях было. Расхерачный вертолет, куча солдатинов и черноволосый Клауд стоит, да? Пачка чипсов со штампом. Я, говорит, всех отпиздил. Молодец. Wait. Погоди. Это, говорит, чё, это... Чё, это все, что ли? Ботинки загрязненные. Ни одной раны на нем нет. Эй, Клауд! Эй, Клауд! Ты видишь? А, это Зак какой-то. Кто такой Зак? Тоже солдат. Это что, ядерный удар, что ли? Бать. Реально ядерный. Что, не ядерный удар? Ой. Хуй знает, какая-то херня происходит. Ролик записывался в начале мая 2022 года, когда... имеется шанс начала ядерной войны, но пока не началась, поэтому такие ассоциации с ядерными ударами, блядь. Бенц на магнит присадил обратно. Кто такой это вообще хмырь, я не понял. Я не играл в Final Fantasy, да, до этого вообще, поэтому не шарю. Поэтому дурацкие вопросы задаю, кто это такой, блин. Так, помощь нуждающимся. Чё, реально игру прошел? Нихера себе, ты двутавр поднял. И второй поднял, и третий поднял. Вы пробовали вот такую херню поднять? На килограмм я не знаю сколько. 120, наверное, весит. Старушенция такая. Ну, хорошо, говорит, старую вывеску воткнули, все стало нормально. Сверху что-то сыпется.
Непонятно что. Дети опять. А что у вас стекла-то грязные? Вы это промыть не могли, что ли? Ой, перчатка, тифю, что ли? Нет? Ой, это этот хмырь, оказывается, живой остался. Ну, значит, все живые. И Ведж, и... Кто там еще? Живой-живой, хорошо. А вел себя, как будто там вообще при смерти пиздец был. Марлин! Батя твой непутевый. Обратно-то вернулся, нет? Иду. Папа, чё папочка? Откуда? Где ты его увидела там? А чё тут-то там опять ломает твой батя, что ли? Хмырь, блин. Марлин! Марлин! I'll come back. Я вернусь. Бля, да неужто я игру прошел? Чё, серьёзно? So, what now? Чё сейчас? Ну, чё дальше, в смысле? Да я, говорит, не шарю. Чё Клауд он скажет? А Клауд чё? Соглоблей такой стоит, блин. Сефирот. Чё Сефирот? Мы ж валили его, эй. Long as he's still out there. I... Пока он, говорит, где-то здесь, я чё? Я думал, ты его завалил. Не. Мы можем. Сефирот, бля. We will. Мы обязательно его завалим, типа, да? Count me in. Рая, на меня рассчитывайте, сказала Тифа в классных чулках. I'm in too. Я тоже, говорит. Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he? Этот ублюдок, говорит, чуть всю планету расхерачил. Значит, он, говорит, враг Аваланша. О, опять сказала Тифа. Дождь пошел. Ролик записывается в мае. Соответственно, вот эти дожди. Весенние, летние. Это кто там придет? Это может из седьмой части, что ли? Какой-нибудь Зак там и Клауд или что? Я не играл же ни в одну часть Final Fantasy. Почти добрались, Клауд. А, они просто похожи, да. Бам. Арис такая прикольная. Она типа прочувствовала, что ли, это все. Тага стоит. Ай. I miss it. The steel sky. Я, говорит, это скучаю по остальному небу. Неизвестное путешествие будет продолжено. Да? В общем, мне игра понравилась. Тецуя Номура. And bruised, brought to my knees.
Thank you.